Два вилучення і три пенальті. Так спортивний клуб «Дніпро-1» провів свій останній матч цього року. Команда Дмитра Михайленка поступилась Олександрії із рахунком 1-2. Усі голи команди забили з пенальті. Перший 11-метровий арбітр Микола Балакін призначив на 80-й хвилині та ще й видалив з поля Лаперіонка. А з позначки відзначився хавбек Олександрії Третьяков. У доданий час через гру рукою рефері поставив пенальті у ворота гостей. Рівновагу у рахунку відновив Куліш. Втім, на цьому гра не завершилась, і глядачі побачили друге вилучення у дніпрян та ще одну дуель між Третьяковим і воротарем. По ситуации первый как бы сам и заработал, поэтому взялся пробивать, был уверен, что забил. А второй уже ребята говорят, бейте. Закономерный, я вважаю, результат был бы ничьей. Тому що Дніпро налаштувалась на нас дуже серйозно, заключна гра домашня. І ми бачили стан наших гравців, і ми розуміли, що якщо ми навіть зіграємо у нічийний результат, це буде позитивний результат для нашої команди. Я розумію ваше запитання зараз на рахунок арбітрів, я коментувати нічого не буду. Піти на перерву із позитивним настроєм не дав головний суддя матчу, кажуть гравці Дніпра-1. Сейчас настолько состояние, даже нет свежих мыслей анализировать сейчас одни эмоции. На эмоциях наговорить на этих судей, не хочется. Это надо пару дней хотя бы с этими мыслями пережить и потом уже делать какие-то выводы. Второй тайм считаю равный, даже может с каким-то даже нашим преимуществом по моментам. Ну вот то, что случилось в конце, я же, мне надо смотреть повторы, но то, что я видел на поле, то, что я чувствовал, ну это, я не знаю, как сказать, позор. Понятно, есть негодование, есть раздражение и обида, то, что произошло. Но что можно поменять в этой ситуации? Что можно поменять в ситуации, когда в десятером Назаренко получает красную карточку в ситуации, которая, ну, опять же, мне казалась абсолютно корректной. И то же самое касается пенальти. Я не могу ничего поменять. И сейчас нахватать красных карточек и в весенней части сезона начинать уже Лаперенок будет пропускать, Назаренко будет пропускать. Поэтому мы в этой ситуации ничего не можем поменять.